российских звезд сделала селфи Благовещенский. Как можно слушать музыку под водой и многое другое расскажем прямо сейчас. Это рубрика «Онлайн». Здравствуйте! Звездопад в ваших лентах. На прошлой неделе амурскую столицу посетили десятки известных личностей. А начали этот марафон космонавты Валентина Терешкова и Алексей Леонов. Только ленивый не успел их сфотографировать. Космическое селфи сделали и с Валерием Меладзе. Он тоже побывал на Восточном. А в это время на набережной Благовещенска фотографировались люди. Благовещенску спасибо! Публикациями из Благовещенска своих подписчиков радовала и актриса Эвелина Блёданс. Она показала любовь по-итальянски не только на сцене УКЦ. Вот он, замерзший Амур, но пускай в ваших сердцах будет тепло и не будет стужи и льда. Улыбайтесь и не грустите. А еще в Благовещенске побывал один из лучших ринг-анонсеров России – Александр Загорский. Шоумен не только по нашему городу погулял, еще и в Китай отправился. ММА Амур! Я в Китае, друзья мои. Это классно. Наверняка Наргиз позавидовала Загорскому. Певица на Поднебесную любовалась из окна и, скорее всего, очень хотела туда попасть. Ой, мои дорогие братья и сестры, наконец-то мы находимся на нашей родине. Вот он, родина наш Китай. Всем привет из Китая. От звезд к проблемам житейским. Совсем не 5 звезд ждали автора этого ролика. Он побывал в настоящей такой благовещенской гостинке и очень удивился. Нет, не размером. Как бы гостинка, короче. Только здесь в кухне окно. Зачем, спрашивается? Там типа кухонная зона. Где здесь можно поставить стол, я ума не приложу вообще. Кухня. Окно. Ситуация с окном развеселила еще одного благовещенца. В этот раз через проем решили выгулить собаку прямо в центре города. И еще одно автовидео на этот раз из Белогорска. Автор ролика уже решил, что без трактора ему на тот берег не перебраться, как появился грузовик. Его водитель показал, что значит грязи не бояться. Как не растерять ватные палочки и слушать музыку под водой, рассказывает 16-летний амурский видеоблогер. Десятиклассник дает советы и ставит эксперименты. Результаты выкладывает в сеть. Теперь я проверю, как слышно меня под водой. Нет, сказать невозможно, только бормочу. С диктофонами и телефоном было все в порядке, они работали как и раньше. Думаю, шанс закончится в моменте, в таком мокром моменте, так... Если вам понравилось видео, то ставьте лайк. А еще на канале Никиты Белова можно найти лайфхаки. Он рассказывает, например, как можно сделать электроточилку. Кроме того, блогер показывает, что будет, если взорвать 2 баллона монтажной пены и многое другое. Отправляемся к другому известному амурчанину. Спортсмен, который прославился не победой, а поступком после поражения. Боец сделал предложение своей девушке на Кубке «Вызов Амура». Сегодня мы отправляемся к нему на страничку. Максим Романов в сети общается с друзьями и близкими. Сам боец из Красноярска и только 2 года живет в Приамурье. Друзья спортсмен принимает всех. Те, кто на него подписался, могут увидеть в ленте снимки соревнований и с девушкой, которая, кстати, сказала «да». Непочетное звание автохама недели в этот раз получает владелец этого седана. Он знает, как это – парковаться на тротуаре. И напоследок шашлычная вкусняшка от Маши, а также видеосебяшка от наших подписчиков. Сёма, где Сёма? Где Сёма? Где Сёма? Вот он, Сёма. Ставьте хэштег «Альфа-канал», присылайте ваши фото и видео к нам в соцсети. Это была рубрика «Онлайн». Оставайтесь в сети, но не забывайте, что реальная жизнь намного интереснее. До свидания.